Утренний кофе. В воскресенье это особый кофе. Я делаю себе даже побольше, видите, целую чашечку. Смотрите, какая пенка. Я вот так размешиваю под прессом. Нажимаю и наливаю. Варю тихонько, потому что ребенок еще спит. Я хочу в одиночестве попить свой кофе. Посмотреть любимых блогеров. Всем доброе утро! Сегодня воскресенье, и нужно немножко за собой ухаживать. Вот пока сын спит, хотя сейчас не так рано, я хочу попробовать такую маску. Знаю, что это за маска. Маска для лица Биогрин с коллагеном. Попробуем. Ну какая-то она сухая. Вообще сухая. С коллагеном ничего. Вот она, видите, она прям сухая. Странно. Что такое? С коллагена столько должно быть. Ну не знаю, может она такая специальная. Ни срока годности, ничего. Или он есть, конечно, но я его не увижу. Ну, не знаю, попробую. Вот у меня, я не знаю, может, кожа такая так реагирует. У меня, если какой-то заломчик на маске, изгиб какой-то, я потом через 20 минут ее снимаю, и у меня на коже тоже такие же полоски остаются. Зачем делала, спрашивается. Зачем делала маску? Ладно, сидим 20 минут и смотрим на результат. Так, хочу сделать оладушки. Тут ряженка, яйцо, сахар, соль. У меня муки мало совсем осталось. Вот чуть-чуть. Но есть у меня тут полпакетика смеси для кекса. Что будет, если я туда? Наверное, все будет вкусно. Будем пробовать. Так, пока маска на лице, я уже кофе попила. Сейчас надо стирку приготовить. Я пользуюсь вот таким Ариэль, потому что очень удобно капсулы. Это мне сестра посоветовала. Ничего в машинке не остается. Просто чистенько, никакого порошка. Вот капсулу. И все. Бросаем капсулу. Так. И у меня здесь все темно. Собираю маски. Я вот так на неделю собираю. Все черное. Я специально ему купила много носков, чтобы в течение недели не стирать, а вот так разом на выходных. Очень удобно. Каждый носочек надо развернуть. Так, вот что у меня получилось. Вот эта смесь, которая наполовину для кексов. Не знаю. Давайте попробуем. Может быть, они жидковаты, конечно. Ну, вот тут жиденькие.
Ну что делать? Нет у меня в доме муки. Ни муки, ни сахара. Вот так и живу. Посмотрим, что получится. Ну что, вот я маску сняла. Вот у меня чуть-чуть уже даже осталось от маски. Не знаю, мне не нравится. Но я ее все равно, конечно, не буду стирать. Да, она даже и вся впиталась, там нечем. Это какая-то сухая. Так, под глаза я беру Estée Lauder. Купила, но в следующий раз не куплю. Это какая-то легкая эссенция. Я думала, это как крем будет под глаза. Но нет, очень легкая. Вообще, я где-то вычитала или посмотрела, что под глаза подходит тот же самый крем. Главное, чтобы он был правильного состава, что и для кожи лица. Потом у меня такой тоже эссенция, я не знаю, купила на просторах интернета. Корейское средство. Ну, так, увлажняет перед кремом. Такая тоненькая, такая быстро впитывается. В принципе, мне нравится. Очень вкусно пахнет. Эмульсия, не знаю, как это называется. Так, гигиенической помадой. Ванила от Yves Rocher. Вот как стала покупать, так теперь и покупаю. Очень нравится. Вот, а пока впитывается. Так. Размусим. И потом можно кремом. Крем у меня уже пятый раз покупаю. Это Дарош-Пазе. Очень жирный и питательный. Покупаю я в аптеке. Очень нравится на зиму, ну, на осенний период. Вы знаете, летом тоже я его использовала и очень хорошо. Раньше у меня кожа шелушилась вот в этих местах. Это очень жирный крем, но он как бы жира не остается как такового, он как будто бы прям плотный, такой питательный, то есть он не жирный. Но впитывается, конечно, не моментально, но не скатывается. Я вот наношу макияж на него, да, как на основу, ничего не скатывается, все очень прекрасно. Вот это у меня стирка уже работает. И параллельно пеку оладьи с непонятной смеси для кексов. Эксперимент. Потом будем писать, какие у нас дела на сегодняшнее воскресенье. Вот смотрите, я уже перевернула два. Все замечательно выходит. Все они как настоящие. Прекрасно. Вот я так делаю на шестерке, а потом, чтобы они дошли, закрываю крышечкой. Все. Вот тесто. Ну, нормальное. Я сюда еще разрыхлителя, видите, он пенится. Будет вкусно. Так, а пока у меня пекутся оладушки, ребенок еще спит, я делаю такой компотик. Морс вот у меня с дачи на заморозке. Что это у меня? Это у меня черноплодка. Черноплодку. Так. Столько ягодок, так, потом мята с окна, если помните, у меня мятка растет, так,
бабушкиного перетертой клюквы свеженькой. Раз. Она уже, ну, естественно, сахаром, то она не будет храниться. Два. Три. Так. И заливаем. Вот за день он должен это все выпить. И закрываем. Даем настояться. Все. Ну что, получилось замечательно. Даже не скажешь, с какого теста. Ребенок встал. Сделаем ему компотик или чай. Вот тут он и сладкий, и полезный. Все, все готово. Завтра готов.